Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня хочу показать, как выглядит наш курс изнутри для студентов. Мы заходим на платформу GetCourse. У каждого студента индивидуально приходит логин и пароль. Он входит, может разместить свою фотографию, заполнить свои личные данные. Это я смотрю под студентом, детально не буду показывать, что там внутри, там имя, фамилия, это все-таки частная информация. Затем мы заходим в тренинги. И здесь мы видим все, что входит в тот пакет, который вы приобрели. То есть это здесь у нас и Illustrator, и Photoshop. Может быть только Illustrator открыт, может быть только Photoshop, в зависимости от того, какой выбран курс. Потом, заходя внутрь данного блока, здесь вот написано, сколько уроков в каждом блоке, как они располагаются. Заходя внутрь какого-то блока, мы видим уже непосредственно уроки. Ну вот, например, это часть 2, эскизы. И здесь мы видим, что у нас располагается... Соответственно, 20 уроков, плюс финальное задание, плюс заключение. Вот таким красненьким выглядят стоп-уроки. Это там, где нужно обязательно сдать домашнее задание, и дальше курс не откроется, пока вы его не сдадите. Что находится внутри урока, как это все выглядит. Вот таким образом это все смотрится. То есть, что это часть 2, номер урока 5, рисунок с чистого листа. Соответственно, здесь у нас располагается видео, которое вы сможете посмотреть. После этого идет детальное описание того, что мы делаем в видео, да, там простой, сложный, как по этапам было сделано, какие нужно посмотреть изменения, то есть вам не нужно постоянно копаться в видео, что же там такое произошло, вы можете это почитать в тексте, вплоть до того, что указаны, какие кнопки были нажаты для того, чтобы вам упростить работу и обучение, чтобы это все не копать. По сути, это полноценный учебник в виде курса. Соответственно, для задания показано, что мы должны сделать, показан пример и написано задание: отрисовать эскиз платья по технологии, разработанной в данном уроке, выслать файл в формате AIN проверку. Здесь уже задание принято, то есть его выслали, одобрено и оно принято. Часто здесь идут обсуждения в зависимости от того, у кого какие задания, то есть вы подгружаете урок, вы можете поставить, что будет данное задание анонимное, другие не смогут его увидеть, а можете оставить его открытым, чтобы другие тоже могли зайти и посмотреть, что там находится. Вот, так построены все уроки. Вот, например, урок «Рисую молнию», да? Здесь у нас с вами видео, здесь описание, потому что мы разбираем молнию, смотрим, какие они бывают, тракторные, спиральные, как это все выглядит, чтобы у вас всегда была подсказка, какая у нас структура молнии. И вот это то, что мы должны получить. В данном уроке у нас не подгружен рабочий файл. Почему? Потому что этот файл вы должны нарисовать сами и подложить себе его в библиотеку. Вот таким образом, какой ни открой урок, они все будут вот так замечательно смотреться. Все это будет у нас выглядеть. Вот, например, рисунок на шаблоне, да, мы заходим, опять видео, полное описание, где что, поэтапное, и, соответственно, здесь у нас шаблон в формате PDF, шаблон в формате PNG, и вот уже человек подгрузил, соответственно, задание, получилось отзыв, и все домашние задания проверяются индивидуально. Здесь есть особенность, в зависимости от того, насколько у студента есть вопросы, прикладываются либо скрины, либо запись на видео. Вот, то есть это все здесь проверяется, и в зависимости от этого, от индивидуального запроса клиента, все отмечается. Потому что у студентов вопросы разные, можно уже посмотреть, кто что делал, а можно к этому обратиться, а можно вот так вот сделать. Это вот у нас подарочный. И вот новый блок, который мы только добавили, это трудоустройство и поиск клиентов, куда пойти работать, как планировать бюджет, технические задания. Тоже очень хорошие, очень интересные. Как оформить ИП, самозанятость, налоги. Это блоки с юристом, предыдущий был с HR, авторское право, как фрилансеру планировать финансы. А здесь у нас финансовый консультант, какие есть биржи фриланса, мастер-класс по LinkedIn, чтобы вы могли зарегистрироваться и искать международную компанию. А вот это наша жемчужинка. Здесь у нас Анжелика рассказала про работу дизайнера в Inditex. Так что очень классно собранный блок. Вы сможете обучиться не только дизайну в программе, но и найти, соответственно, какую-то интересную работу. Помимо этого основного блока у нас есть чат в WhatsApp. Показывать его не буду, потому что он индивидуальный, там с номерами телефонов. Но вы туда попадаете, и там, соответственно, мы общаемся. Туда можно задавать вопросы круглосуточно, но я отвечаю в рабочее время. Но, как правило, девочки тоже отвечают, у всех разные часовые пояса, и могут друг другу помочь. Обсуждают по работе, туда же скидываются вакансии, подработки, фриланс и все остальное. То есть на курсе вы не один, здесь вы можете учиться, когда вам удобно. Можно поучиться каждый день по 30 минут, потому что, если мы с вами внимательно посмотрим, ну, например,
Давайте посмотрим какой-нибудь, как делать дизайн описания модели, да? Сами видео, они не длинные. Само видео длиной 11 минут. И, соответственно, здесь дано полное описание, и вам нужно это выполнить. 11-12 минут вы смотрите видео, и еще минут 20 закладываете на то, чтобы это сделать. По моему опыту, студенты делают по-разному. Кому-то удобнее после работы посвятить этому 30 минут, а кому-то удобнее, например, накопить на выходные и сесть на 3-4 часа. Вполне реально совместить с плотным рабочим графиком. Я тоже работаю, у меня тоже есть дети, но я умудряюсь и курсы писать, и сама учиться, и все остальное тоже делать, помогать общаться со студентами, так что было бы желание. Сейчас у нас будет новый поток, пожалуйста, присоединяйтесь, я буду рада вас видеть. На этом все, если у вас появились вопросы, обязательно пишите. Ссылочки оставлю под этим видео, вы их найдете. Пока-пока!